Ученица 9 класса Гагарской средней школы номер 1 Софет Гебуадзе заняла первое место в 15-м республиканском конкурсе исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса». «Я 4 года шла к этой победе, 2 года подряд удостаивалась вторых мест, а в этом году все-таки удалось завоевать первое место», отмечает победительница конкурса. Софет Гебуадзе выразила огромную благодарность своим преподавателям по музыке и вокалу. «Преклоняюсь перед памятью народного артиста Абхазии Утара Хунцария. Именно он воспитал во мне любовь к музыке и поверил моему таланту», подчеркнула юная певица. Слова благодарности прозвучали в адрес преподавателя музыки Ларисы Айба и преподавателей по вокалу Аляса Канжари, Надии Абашевой.